Сибирский рабочий сообщает о серьезном пожаре. Накануне горела бывшая столовая Сибприбоймаша. Есть информация, что в здании велись строительные работы. Пожар был настолько масштабным, что пришлось перекрывать улицу. Причины выясняют. Для жителей Бийска в советское время столовая была культовым местом. Здесь было кафе, где играли свадьбы. Одна из старейших строительных компаний края «Стройгаз» после 2 лет судов признана банкротом. В причинах разбираются корреспонденты Политсибру. Процедура конкурсного производства открыта до 20 июня 2019 года. Сейчас долгов у «Стройгаза» 2 миллиарда 724 миллиона рублей. Продолжаются суды. Почему крупнейшее предприятие, на счету которого самое известное здание Барнаула, оказалось в такой ситуации, и кто теперь достраивает объекты, подрядчиком которых выступал «Стройгаз», читайте на сайте politsib.ru. На ремонт алтайской школы потратят 10 миллионов рублей, пишет КП на Алтае. В Серебропольской школе Табунского района учатся больше 200 детей из 7 сел района. В здании планируют заменить окна, отопление, водопровод и полы, отремонтировать столовую и отделать его сайдингом. 1 сентября, обещают, обновленная школа откроет двери для учеников. Евгения Доровская, наши новости.